Я, конечно, не пробойца, а минер жонки забойца. Точно в толке и техун, что павук забил павук. Дима пишут у ЧК, что нашло на павука. Это ж так приголновал, что на рука у Андрея Павука. Судно было по стране, камни это КГБ. Любите один одного, как следовает. Кладьте жонки, трусы с начесом. Кладьте начес труса, кладьте мужикам трико. Ко мне бы не чану пришить тормозки. Не беритесь за нож, беритесь за грудь. Жонки так само не беритесь за нож, беритесь за х**. Рудобельская показуха. Привитание, сябры. Привитание, подписчики. Наконец-то мы собрались разом. Вось, молодчина. Привитание, а не орут. Да, вот завтра у нас День учителя. Тема эта сейчас у нас очень широко обсуждается. Всем, очень многие увидели, что учителя у нас люди выдержанные, деликатные. Очень спецификатные. Что вы на человека наезжаете? Может, под рукой, кроме парту, ничего не было? Там таки был дитюк, что ему, может, и треснуть рыбу было, але не партой. Нельзя бить детей, нельзя в любом случае. Хоть и какие бы дети не были плохие, нельзя ругать детей, потому что мы их воспитали. Любые проблемы с детьми – это проблемы взрослых. Потому что все-таки педагог – это тот, который за собой ведет. Гох. Нет. Ван Гох, педагог. А так мы перейдем к дебилизации населения. Да. Из курса педагогики, вот я помню, что педагог – это человек, ведущий ребенка за руку. То есть так называли вообще-то рабов в Риме, которые водили именно детей в школу. Но потом это все модернизировалось. Облагородие. Ну, да, мы возвращаемся к корням сейчас. Феодализм. Да, рабы, да, наши учителя рабы, которые водят детей за руку в школу. Это действительно так. Шкода. Так что поздравляем. Рудобельская показуха. Короче, детей спасать надо. Все эти проблемы от нас, взрослых. Займитесь детьми, перестаньте запрещать телефоны. А то у нас давали подписывать эту бумагу, что родители в курсе, что телефоны нельзя носить. Но наш не носит в школу, так? Но там такая... Пока. Но там такая фраза была, что если там вандализм или хулиганство, насилие, типа, нельзя снимать в стенах школы. Так это что, типа, не сняли, так не было? Ну это, то есть, все вот это направлено на сокрытие какое-то. Короче, у нас держава тюрма, у нас установы тюрма, у нас школа тюрма, какие-то такие правила. И вообще, вот действительно, надо запустить общебелорусский сбор подписей за то, чтобы в школах установили камеры в классах. И да? В режиме онлайн транслировали. Да, можно было смотреть. Тогда и родители посмотрят, и какие дети себя ведут. И, собственно, да, это было бы полезно. Вот, кстати, в нашу больницу в пустой холл поставили камеры слежения. Там, где регистратура. А что вы там снимаете? Где там напал на вас кто когда? Те, что вы там глядите? Я не понимаю. Так поставьте у школы. Куда попало тратить в этой короче, башке? Снять из больницы, поставить у школы. Поставить у школы. Рудобельская показуха. Вы еще не читали, да? Я чуть-чуть посмотрела. Вот, Вася, как ты думаешь, что тут была главная тема? Главная тема – промывка мозгов мне. Подается так. Ну, а ты думаешь, вот чем занимались? Вот приехали они на форум, что они делали? Трындели. Ну, это понятное дело.
Как ты думаешь, куда они пошли? Что они делали? Пошли в ресторацию, потом отметили, привезли с собой продукты, те харчовые, которые нарастили за этот год. Там. Поиграли в хоккей. Нет, плохо вы еще выучили белорусскую идеологию. 2 балла. Потому что в программе форума было заявлено посещение ведущих предприятий Рогачевского района. Mm-hmm. То есть форум сельской молодежи в первую очередь это о том, где можно работать. Да? То есть у нас вообще все подается через призму работы. Да, труда. Труда, да. То есть даже не знаю, о чем еще молодежь вообще могла разговаривать, да, сельская, кроме работы. Как можно жить в Беларуси и не працевать? Почему всегда обделенные вниманием и прочим не ведущие предприятия района? У колгаз, само собой. Ну, ведущие, понятно, предприятия, у них все хорошо, все отлично. Что там показывать? Там у них все класс, потому что они ведущие. Водичи там, где ну. Там, где не ведущие. Дренно. Как молодые хотели выправить становище. Да, как бы они стали тоже ведущими. Угу. А вот тут у нас еще Илья Круглов, инженер по эксплуатации машино-тракторного парка. Это человек, который поехал от Октябрьского района на этот форум. И вот его впечатление. Интересно было увидеть памятник сгущенки, крыницу, восстановленную общими усилиями. И в конце дня состоялась встреча с председателем Гомельского облсполкома. Я напоминаю, что он у нас новенький, можно сказать. Алло. Геннадием Соловьем. Вот мне очень интересен ответ на тот вопрос, который задал Илья Круглов. Участники форума задавали губернатору различные вопросы. И вот Илье, например, было интересно услышать, как он ответит на вопросы в социальных сетях. Вот честно, классный вопрос, я бы тоже хотела узнать, да, как Геннадий Соловей ответил на вопросы в социальных как сетях. Как он изгалился и так культурно сказал, что это непотребство и они непотребные. Я думаю, что ответ был где-то так. Если это не так, Ирина Лешкова, мы бы хотели более развернутый репортаж с форума сельской молодежи. Тем более он был первым. И, а где видео? Где стрим? Да. Вы берете на приклад. Гаджеты ты. Ну. Ну и гаджеты. Гаджеты. Рудобельская показуха. Интересный момент образования участковых комиссий. Мы знаем, что эта информация перепечатывается из года в год, потому что состав этих комиссий не меняется. Либо участие в них передается практически по наследству. Вот, да, я хочу сказать, что я решила все-таки не участвовать в этом всем, потому что тут несколько причин. Во-первых, я понимаю, что вообще это фейк, конечно, все, и по-перше, нашим жыхарам гэта не патрэбна, таму што воля не павінна за ўсіх цянуць гэту лямку, а павінны рудабельцы вылучаць яе, кожны раз мітынгаваць, збірацца больш трох і казаць, мы хочам, каб воля павук прадставляла нашы інтарэсы. Але такога нема. Для каждого кандидата вообще должна быць каманда. Каманда падзержкі единамышленников у меня была, но все люди были не местными. А из местных так набрать и не удалось. Понятно. Легко идти на эти выборы, когда ты прогосударственный кандидат. Когда за тебя сдали, когда за тебя собирает подписи весь район, как у нас за Адаменку, да, сам райисполком собирает подписи за тебя, когда всех бюджетников, можно сказать, обязали эти подписи сдать, вот, то, ну, как бы, силы не равны, не хочется. Гидка, в этом, тем более, что лепш собирать подписи за ремонт того же моста, за новобыццё якого-нибудь автомобиля у автопарк лекарни нашей, это будет наибольш эффективно и результативно, чем просто вот так вот у черную дырку кидать свои силы и свое житё. Ну так вот я гляжу, что у нас Гадский детсад, базовая школа, ну как бы вот состав комиссии бессменный, да, на протяжении уже 12 лет, то есть люди опытные, все сделают как надо. Дорогие глядачи, слухайте песню «Выборы группы Ленинград». Да, я теперь не такая. Рудобельская показуха. Зима близко, червоный кастрычник смотрит «Игру престолов», респект. А здесь мне подается, что это отбывается в Хогвартсе. Угу. Потому что там Гарри Поттер таки, пусть деревья растут большими. И абакабра тубаби. Да-да-да. А Гермиона идет, пусть кусты станут шире. Ну вот такие заголовок, пусть деревья растут большими. Сука, они с природой заложено, что они здоровые и большие. В природе это заложено.
Это хорошо то, что посадили, это прекрасно, да? Но мне, как всегда, приятно читать, что именно по инициативе депутатского корпуса района, именно только вот с помощью депутата все делается, так? Но вы знаете, например, что для того, чтобы посадить деревья вокруг дома, да, невозможно взять и пойти это сделать. То есть это надо узгоднение, это надо и пойти, чтобы депутатский корпус... Справочки собрать. Да, разрешил. То есть люди, может, сами посадили, но учитывая сложность процедуры одобрения этих деревьев, то потом придет золоторуда повыдергиваешь, что ли. А просто у них должно быть все это под эгидой государства. Да, да, то есть это только от своего имени. Вот, было приятно видеть райисполком за работой, наконец-то они взяли в руки лопаты. И подожди, и просто стрим был там небольшой, да, Андрей поговорил с людьми за работой, вот, и, ну, они, как всегда, были недовольны его видеть, и мне даже казалось, что они немножко расстроены, что им приходится это делать. Просто депутатский корпус, если делаете добрые дела, улыбайтесь. Да, и садите яблони, плодово-овощные деревья, они каштаны. Абрикосы. Чтобы было есть и что. Абрикосы посадите, в любой момент... Люди из ближайших квартир могли перейти на подножный корм. Рудобельская показуха. Заголовок «Пьяный неработник», да? Ну и тут, значит, нам Елена Старинович передает слова Елисеева о том, что наиболее эффективным средством борьбы с пьянством на предприятиях является его профилактика. Вот на самом деле было бы интересно взять даже у Елисеева интервью о том, какая же профилактика. Что за профилактика? Да. То есть что вы делаете, что делает районная власть, что делают директора? Я знаю, Юля, я тебе могу рассказать. Ну, к нам как-то раз в 3 года в коммунхоз приехала какая-то женщина, вроде типа нарколога или что такое, и нас завели всех в комнату большую, в бытовку, и включили фильм о вреде пьянства, о последствиях. Я отвечаю, я не вру. Это примерно так же в моем детстве, примерно так же боролись с наркотой, да? И со СНИДом. Да, я помню, что я была в 5 классе, до сих пор ненавижу фильм «Игла», там, где история Цоя рассказывается, потому что я смотрела его в 5, 6, 7, 8 и 9 классе, и все это время я не понимала, почему нам его показывают. Я дитё, 5 класс, я про наркотики не знала ничего от слова совсем, да? И тут приходят, тебя загоняют в этот зал, ты смотришь фильм «Игла», как они колются, как они греют ложку над... Они учат, получается. Да, то есть вот такая профилактика, наоборот, разжигает интерес. Я как бы так и не попробовала, но это... Профилактика порнографии. Приходит, загоняют. Тебе порнуху включают и говорят, вот это... Да, не надо плохо так делать. Плохо. Но самое интересное, что вот вся статья у нас про пьяного работника, и тут последний абзац. Также во время встречи заместитель председателя райисполкома Владимир Елисеев напомнил о необходимости участия каждого жителя страны в переписи населения, который вроде 4 по 30. Ловят момент, пока все трезвые. Напомню, чтобы не забыли. Это была профилактика чего? Надо алкашей. Собрали для кулинарии стани прихожей. Да, кстати, вот там надо. И хай рассказывают, как это кадич, как это дренно. Как клетки там разлагаются. Жизнь как разлагается. Тема переписи, да? Вот тут даже упомянули, ну, конечно, перепись еще и отдельная статья, так? Через интернет предлагают переписаться, но если вы пользуетесь интернетом, то, по-моему, уже все только ленивые не написали о том, что легли сайты в IT-краине, то есть люди так захотели переписаться, что все сайты перестали працовать. Я переписываться не буду, это некий зноподман, я не доверяю державе, я нынешне там... Короче, если легли сайты, то руиновать Силиконовую долину. Будешь это, персика, будешь регистрировать? Я даже, я в огород их не пущу. Ну так это, и интересно еще то, что у меня всегда происходит отторжение вот этих моментов, мне когда тоже государство заставляет, постоянно напоминает всем на каждой стране, Вы знаете, в концлагерях тоже номера ставили на людей, у меня такая вообще ассоциация некая. Скажи, откуда ты берешь гроши, да. И, кстати, ты не працуешь. Люди, кстати, да, жалуются, вот те, кто прошли, мы еще не смогли пока пройти, потому что не работают сайты, но
Люди жалуются, что говорят все вот эти вот вопросы про национальность, там, мову, это такое, надщепенство такое. Это. А все 48 вопросов, там, все 45, направлены на то, чтобы как бы узнать, откуда же люди гроши берут, а у кого сколько курочек, они, у кого видно, какая синька, и у кого там куст под окном растет. Социологи сотрудничают с налоговой. Я лично, особисто, на себе клеймо не хочу ставить. А что вы переживаете? Нас и так то государство не замечает. Рудобинская показуха. Ну, в русском языке, вот, кстати, интересно для твоей даже передачи, что в русском языке «благо» — это «хорошо», а у белорусской «благо» — это не благо, «плохо». Да. Да. Вот, это интересно. Главное, не перепутайте, да? Кроссворд. А я знаю, что кроссворд в газету помещается тогда, когда не хватает материала и надо чем-то залепить дырку. А мне подобается. Ах ты же, да. Вот, кстати, кроме шуток, я считаю, что в газете есть одна самая полезная статья, которую написал Станислав Шестерин. Это наш врач-психиатр-нарколог нашей больницы. Молоденький. Молоденький. Ну, молоденький. Которого я смущал, да. Андрей вчера. У нас вот. Дома нет, размножать нет. О, молодой специалист сидит. Скажи, размножаться будешь? Статья называется «Что такое депрессия?». Я считаю, что такие темы у нас должны подниматься чаще. Что на такие темы нужно собирать форумы молодежи, да, потому что действительно очень депрессивно у нас сейчас, так что спасибо вам, Станислав. Ну, давайте подытожим, подзакруглим. Мы так и... Не экой, не экой. Мы не раскрыли тему. Так, коротей у нас... Забойство. Новый сезон почав ще вельми чекаво. Учора Андрей Павук убил Ольгу Павук. З любовником. З любовником застав. З очередним. І по гэтаму поводу ми з... А, не. Это ж... Уже спели, да. Комусь ціню все равно то, що ми робим. Каляхують. Вельми здивляє міліція в гэтым плані, яка... Каляхує. Неохотна яна за гэта береться. Чомусь тіє гэта все смущає. Ну, мабуть, примус є. Таке відчування, що вони ведають, хто гэта може і для чого гэта робити. Вона не хоче так. Коли б от Барановського от написали. Барановський забив свою, я Барановський, Андрей забив свою жонку з любовником. Приїжджайте там или что. От що було б? Коли б ми гэта б довідались. А коли б Лукашенко позвонив би у Октябрьський Раус і сказав би, Коля мой там. Харе, харе. Це не надо. Що харе? Так а то це не харе. Ти вже перегибаєш палочку. Ну, просто... Тихо, палочку. Хопить, що ти вчора забив Олю. Ще не він виступає. А просто інтересно той момент, що міліція удостоверилася моєї, що я жива, да, в моїй живості по телефону. Тобто я говорю міліції, що якщо у Андрея там полюбовниця, то вона вместо мене. Прикинь, я не з полюбовницею на кухні розфасовую тебе у холодильник. Да, все со мною нормально. Да, это я, Ольга Паук. А ще цікаво то, що любовника так ніхто і не шукав. Да, не пошкодував любовника. Позвоніть йому, он на самой справі полюбовника убив, а Ольгу пошкодував. Рудобинская показуха. Коли ласка, подтримливайте нас, пишите свои комментарии, потому что без вашей оголоски нас задявбуть может затиснуть. Подтримливайте наш канал допомогой, кто чем может, кто сало присылает, кто варенье. Все очень люблю. Да, и приезжайте в Октябрьский жить и працевать, а то у нас это уменьшается все тут. Разруха. Разруха. Все, всем покуль.